С рабочим визитом в Чувашию приехал главный нарколог страны Евгений Брюн. Первым делом он отправился в лечебно-исправительное учреждение для женщин, где работает реабилитационный центр «Аврора». Там проходят реабилитацию осужденные с наркотической и алкозависимости. При этом для возвращения людей к трезвой жизни здесь применяют новые технологии. Добавлю, исправительное учреждение для женщин номер 7 в Чувашии единственное специализированное в России. Там одновременно отбывают наказание и лечатся от пагубных привычек. На территории есть православный храм и возможность пройти различные психологические тренинги. Большое внимание уделяется подготовке к жизни после освобождения из мест лишения свободы. Обсуждаем с руководством СИНа возможность вот такого серьезного взаимодействия на уровне федеральных органов. А здесь, вот, в Чувашии, это делается непосредственно и очень здорово, и очень правильно. И, пожалуй, ну, у меня может быть небольшой опыт знакомства с колониями Федеральной службы исполнения наказаний. Но мне кажется, что это одно из лучших мест, где девчата, осужденные по статьям, связанным с наркотиками или преступлениями, связанными с алкоголем, они выздоравливают и не только от своего наркологического заболевания, но и выздоравливают духовно.